В общем, ребят, экстренное включение. Всем привет, на связи Дронов. Вообще, в общем, предыстория того, что сейчас происходит. Я сидел, монтировал видеоролик, и мне начали поступать сообщения, что наконец-то вышло зимнее обновление на Амазинге. В общем, если кратенько, добавили зимнюю карту, поменяли несколько систем работы. В общем, все, вы это увидите у меня в видеоролике, поэтому приятного просмотра, ребят. Так, вот мы появились в квартире. И что же у нас добавили на сервер? Во-первых, заходим в вкладку «Игроки», X2 день и подарки. И вот, зимняя карта, ребят. Это то, чего мы все так ждали. Хочу обратить внимание. А ну, смотрите, что я, какую деталь заметил. Персонаж стоит и идет дыхание. Вот так. Так. Вот, дыхание есть. Это, блять, круто сделали, молодцы, ребята. А, кстати, обратите внимание, в правый угол добавилось... Что? Это, я как понимаю, обморожение. Да, вот, добавили зимнюю одежду на персонажей. Вот, куртки. Добавили зимние скины. Оно... Но выглядит это все безумно красиво. Мне интересно посмотреть на то, как сейчас выглядит центральный рынок. Возможно, как-нибудь изменились работы. Давайте, кстати, это узнаем. Работы. А давайте съездим на причал для рыбалки. Мне интересно посмотреть, как они это реализовали. Так, давайте попробуем сейчас порыбачить. Опа, VIP на 5 дней. Прекрасно. Так, давайте сюда подойдем. Вам становится холодно. Забегите в здание, найдите согрев, включите обогрев в машине или примените грелку. А ну. Slash fish. Начать рыбалку. Да, рыбалка теперь начинается вот таким вот образом, стоя на льду. А ну, давайте проверим обогреватель в машине. Что-то очень интересное, честно говоря. Сэм. Обогрев. Тратится больше топлива, но вы согреваетесь. В общем, они это реализовали как в реальной жизни. Кондиционер, скажем так, либо климат-контроль. Ну, давайте прокатимся, посмотрим, как я быстро согреюсь. И кайфом доедем до следующего места. Да, все-таки обогрев работает. Я начинаю согреваться. Притом, кстати, достаточно очень быстро. Возможно, в первый раз какой-то баг произошел, что я не согревался. Давайте посмотрим GPS, работаем. Автобусы, электробусы. Вот. Давайте на базу уборщиков улицы съедем. Мне очень интересно, возможно, там добавили что-то новое. Давайте выключим обогрев, чтобы бензин не тратился, во-первых. Так, вот мы выключили обогрев, и я сразу начинаю замерзать. Поэтому, я думаю, стоит включить его обратно. Так, устроиться. Вы устроились. Так. Так, а, теперь лопата. А ну, взять лопату. Хорошо, нажимаем J. Так, и теперь мы убираем снег. А ну, давайте поедем, посмотрим, как это реализовано. Так, вот мы уже подъезжаем к нашему месту, там уже кто-то собирает снег. Давайте на это посмотрим. Ну, просто гора снега. Давайте посмотрим, как-нибудь видоизменилось ли это или нет. Нет, также мы жмем на клавиши просто. И расчищиваем улицы, так сказать. В общем, хорошо сделали на самом деле. Мне достаточно нравится. Давайте не будем ребятам мешать. Мы заработали, кстати, на этом 2300. Скорее всего, из-за того, что сейчас работает удвоенный опыт X2 день на сервере в часть дна. Ну так, ребята, спасибо за просмотр. Это был обзор нового зимнего обновления на Amazing Online.
Я думаю, впереди нас ждет еще больше нового контента на моем канале. Веселого, главное, контента. Уже есть заготовки для зимней карты, которые продумывались еще до обновления. Поэтому ждите. Вообще, по плану должен был выйти другой видеоролик, но мы обнаружили, что вышло обновление, и я сразу решил зайти посмотреть, что они добавили.